Мэнди, вставай! Ой, Аля, давай чуть попозже. Я еще не свой фон досмотрела. Да, твоя, пока иди там, что там делаешь? Ну хорошо. Через минуту зайду. Привет. Иди пока завтракай, я пока тут приберусь. А что надо? Завтрак, каша, манная. У вас хлопья нет? Нету. Ого. Нельзя читать переписки. Все, Оля, я позавтракала. Оля? Ну ты что это сейчас только что делала? Прости, я просто... Ну зачем? Зачем ты это сделала? Вообще-то это не твое дело. И вообще, Оля, я буду тебя называть не Оля, а Юля. Уж больно бесит это имя. Ну ты же там было написано, что ты Таня, не мы. Как можно так обзывать? Ну же Таня. Нет, ну это Юля вообще, блядь. Она вообще читает мои мысли. Это же мой специальный личный дневник. Просто замаскирован на планшете. Надеюсь, она не прочитала кого-то. Это вообще несправедливо. А еще говорит, что почему я вру. Может быть, я не хочу, чтобы меня звали Мэнди. Я должна с ней точно подружиться. Посмотрим, что она делает. Таня, Таня, ты точно подумала о своих словах? Давай дружить. Нет, ты читаешь мои личные мысли. Да я случайно, просто он был открыт. Ну мало ли, что он был открыт. Я же не читаю твои мысли. Я убирал в твоей комнате. Ну это, конечно, спасибо. Пожалуйста. Ну давай дружить, давай, а. Ладно, давай. Пошли. Пойдем, как там в вашем новом трэш? Пошли, куда можно? Пошли на площадку! Ладно, пошли поедим вишню. Почитала книгу в новых новинках, что я несколько видео в моем телефоне, который мне там, что я нам подарила. Она такая богатая, что купила эти книги. Да. И я решила, я поняла, что такое новое. Жизнь. Ну, я имею в виду. Какой 2022 год? О, ты что молчишь? Я узнала, ну, раньше, я ходила только один раз на мультфильм. Я имею в виду в кино. Я не предлагаю тебе туда пойти. У меня вроде денег нет. Там все 50 рублей. 50 рублей, это не слишком дешево для кино. 55 еще лучше. Ну ладно, пошли в кино, пошли. Пошли. Тань, ты знаешь, я кое-что забыла. Ну что еще ты забыла? Я забыла, что у нас кино деревни нет. И аттракционов. Что? Ты же сказала, оно тут есть. Ну прости, ну как получилось так? Пошли обратно. Юля. И ты хотел нормально отдохнуть. Нормально. А чем будем заниматься? Пойдем вечером на площадку. На площадку? Ну... Там много друзей. Ладно, если друзьям, то это... Я думала, ты с друзьями вообще не связана, только с телефоном, это твой друг. Вообще-то в телефоне тоже есть друзья. Комменты там есть, у меня вообще миллион друзей в Роблоксе, в ТикТоке. Ого! На Ютубе. Ну, короче, интересно. Ну ладно, пошли клубнику есть. Пошли. Пришли, клубника, смотри, какая она вкусная, вот нам тут положили. И черешня. Ну, вот это уже более-менее, только я, видишь, сметанку добавлю. Ты сметану любишь? Я думала, ты ничего не любишь, по-вашему, трэш. Юль, стоп, ты куда пошла? Магазин, хочешь со мной? О, давай, но ты же говорила, что у вас тут нет магазинов. А в какой идем? Сейчас увидишь. Пошли. Так,
короче. О, какой ветерок. Заметно. Держи бананку. Заметно. Да, вот там, далеко вот идти, не знаю, сколько далеко, но мы сейчас проверим. Ладно, пошли. Вот мы уже прошли. Вот, площадка ваша? Да, там еще есть возле школы. Ты можешь учиться, если переедешь нам надолго. Если нет. Тебе точно понравится, ты просишь маму остаться. А что такие маленькие домики? Да, вроде обычные, а что здесь выше? Ну, вообще-то есть на 12 этажов, а иногда на 16-20. Ого, так это что так страшно? Я там не живу, что? Ну, ладно. Ну, вот там вот у нас куча... Вот, еще один магазин. А? Вот. Магазин Людмила. Да. В честь кого его назвали? Я не знаю. Ну, вот. Идем. А там что? Там поле. 20 минут идти. Там до домов, которые там, дальние домов. Мы уже ходили. Смотри, там площадка, пойдем туда. Да нет. Ну ты что? Нас еще там все равно долго до магазина. Ладно, давай. Все, не, я сейчас прихотела, потому что решил, что быстрее будет на магазин. Молодец. Такой ветер. Смотри, Таня, мы почти пришли. О, класс. Там магнит такой. Что, не видно? Видно, видно. Еле, правда. Ну ничего. Идем, идем. Пойдем. Мы уже много прошли. О, смотри, ну вот, вот там вот. Я вижу. Да уж. Ну, сделай пару селфи. Ну, сделай. Это что такое? Селфи? А ты английский учишь? Что? А, английский? Английский. Какой? Я знаю только по-английски hello. Ладно. И только не знаю, что значение. Мы уже пошли, вышли в магнит. Юль, почему мы идем в магнит? Почему мы идем куда-то дальше? Потому что это будет легче. Мы сначала на почту, а потом будет легче будет в магнит набраться еды. Почти пришли. Вот и почта. Вот мы приехали в магнит. Пришли. Тут... Пошли. Таня, пошли. Пошли, Таня.